Сегодня президент Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества. Продолжение встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах многопланового взаимодействия между Туркменистаном и Организацией экономического сотрудничества. В ходе беседы констатировалось наличие у государств-членов организации больших возможностей для наращивания взаимовыгодного партнерства. Это, прежде всего, касается взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также в культурно-гуманитарной области по линии экологии и туризма. Другим важным вектором взаимодействия был обозначен транспорт. Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Организацию экономического сотрудничества к более активному участию в реализации транзитных возможностей нашей страны, используя такие транспортные коридоры, как север-юг и восток-запад.